Хочу ответить на один вопрос. От чего толстеют? От углеводов, жиров или белков? От всего. Если вы передаете белка любого, животного либо растительного, вы будете поправляться. Если вы передаете углеводы, любые, простые и сложные, вы будете поправляться. Если вы передаете жиры, разные, растительные или животные, вы будете поправляться. Я вас не пугаю. И я адекватный человек. Дело в том, что очень часто слышу такой момент, что надо ограничить жиры, потому что животные жиры переходят в человеческий жир. Ну, страшилка, я не знаю, откуда взята. Так вот, все должно быть сбалансировано. Животные жиры в нашем организме отвечают за волосы, зубы, кожу, ногти, потому что в животных жирах содержатся жирорастворимые витамины А, Д, Е и К. Если вы не едите животные жиры, то витамины жирорастворимые, соответственно, плохо попадают в ваш организм. И есть проблемы со здоровьем. У нас есть гормоны. И если вы не добираете из рациона жирорастворимых витаминов, никто вам их не принесет. И, соответственно, какие-то гормоны начинают не очень адекватно работать. Поэтому мы толстеем от излишка еды, поступающего в наш организм. И если мы не тратим энергию, которая поступает в нас, ну, то есть мы поели, энергии много, а мы ее не потратили, то мы поправимся. На безуглеводке можно поправиться. Поверьте мне, у меня есть опыт личного поправления на безуглеводке. На углеводах можно поправиться. Даже очень неплохо, потому что те, кто сидели на посту, на посте, часто поправляются во время поста, хотя едят только крупы. Представьте себе. Поэтому, друзья мои, давайте включим логику и просто начнем есть в меру.